Взгляни на товары. Наслаждайся. Это моя идея. Я бы сказал, слишком рискованно. Ты плохо на меня влияешь, Басса. Сотрясла крепость до основания. И все же, вход есть вход. Осталось найти, где они держат Басса.
Thank you.
Спасибо, Гаррет. Я уж там чутка сходить с ума начал. Жалел, что рядом нет Дженнивер. Вот же сволочь. Я всегда думал, что если кто-то ее и прикончит, то это буду я. А ты что задумал? Стоп. Ты же не повелся на эти байки про самое прочное хранилище в мире. Гаррет, послушай. Тебе за риски никто не заплатит. Дело не в оплате. Это вопрос принципа. И Гаррет, если выберешься живым, в смысле, когда ты выберешься живым, я буду в покое сирены в Южном квартале. Ты же знаешь, алчность — грех. Ты заслужил наказание за грехи. Но алчность мне знакома, друг мой. Я знаю ее причину. Ты упростил мне задачу. Оставалось лишь заманить тебя сюда.
Видишь ли, я знаю тебя лучше, чем ты сам. Утром ты будешь болтаться в петле, мастер вор. Стража! Держите эту крысу переростка! Может, Басса был прав. Там должны быть по меньшей мере золотые зубы Трикстера. Чернорукому некуда бежать. Идиот. Ты здесь наверняка кто-то есть. Быть начеку. Всегда быть начеку. Стой! Не двигайся! Что? Стой на месте! Нельзя расслабляться. Прелесть.
Мужские дети, будете слушаться или отведаете хлыста? Иди сюда, мальчик! Кругом бой, крики, больные и умирающие. Я не могу отгородиться от этого. Это больно, Гаррет. Но за всеми звуками слышится шепот. Иди за мной, Гаррет. Я открою тебе тайну. Когда растешь один, вырастаешь сильным. Нет никого, чтобы помочь тебе. И никого, чтобы поддержать. Поэтому ты отпустил меня, Гаррет. Ты был мне почти как брат. А ты станешь одной? Я пытался помочь, но ты не слушала. Знаешь, я думала про тебя то же самое. Я заставлю их замолчать. Я хочу заснуть так, как ты. Морткрест, он хочет узнать, что произошло. Где ты был? Приходи в приют. В Мойре хранятся тайны, которые все хотят забыть. Ты хочешь меня спасти? Тогда тебе нужен ключ. Обернись. Укради его. Раньше ты не раздумывал. Это было неожиданно. Но во всяком случае, я живой. Надо вернуться в часовую башню и все обдумать.